Zalando вышел на фондовый рынок. Крупнейший в Европе онлайн-ритейлер одежды и обуви разместил свои акции на бирже Франкфурта. Сразу после начала торгов котировки подскочили на 12% по сравнению с ценой IPO, увеличив рыночную капитализацию актива до 6 миллиардов евро. Несмотря на то, что затем цены стабилизировались, это одно из крупнейших первичных размещений акций технологических компаний в Европе за последние годы. Для самой Zalando приток инвестиций означает расширение горизонтов бизнеса. Мы совершенно счастливы, отличный старт. Если посмотреть, какую работу проделала наша команда за последние 6 лет, то мы можем гордиться собой. Мы вложим деньги в улучшение возможностей для наших клиентов покупать обувь и одежду через интернет. Это означает, что мы будем инвестировать в новые технологии, в улучшение услуг и в расширение нашего бизнеса. Компания была основана в 2008 году и начинала с продаж обуви. Довольно быстро онлайн-ритейлер вышел за пределы немецкого рынка. Сегодня Zalando работает в 15 европейских странах. Тем не менее, в прошлом году выручка компании составила 1 800 000 000 евро, а вот прибыли так и не было. Zalando потерял 116 миллионов евро до уплаты налогов.